Наверное, это тот яркий пример, как можно креативно подходить к организации спортивных мероприятий официальных и объединить действия для того, чтобы сделать его интересным и для спортсменов, и для зрителей, и для тех, кто интересуется нашим краем, природой, сельским хозяйством. Состав участников самый сильный, потому что это чемпионат Пермской области по кроссу, а в старшей возрастной группе разыгрываются денежные призы, поэтому приехали все самые сильнейшие наши спортсмены. Это самое идеальное, что можно придумать в нашем регионе. Я думаю, что это лучшая трасса для кросса, и в перспективе мы будем, наверное, проводить здесь все Пермские чемпионаты области по кроссу.